знакомимся с новыми компаниями на выставке World Food. И с нами сейчас Эля Халили, компания «Жизнь Март». Эля, здравствуйте, расскажите о вашей компании. Добрый день. Это сеть магазинов формата «Дома» с лучшим продуктом в каждой категории, собственной доставкой и зоной кафе в каждом магазине. Сейчас у нас 53 магазина в Екатеринбурге. Мы открываемся через 2 недели в Питере, в Уфе, Челябинск, Тюмень уже открылись. В общем, глобально мы скоро будем в каждом городе нашей большой страны. Да, немножко предупредили мой вопрос, начали так активно по географию распространения говорить. Перспективы, скажем, на следующий год или 2 года, мы будем говорить о каком количестве магазинов и каком количестве городов? Ну, чем больше, тем лучше. Если брать там 20-й год, у нас было всего 7 магазинов. Сейчас у нас 54 в Екатеринбурге, только в одном. Поэтому я думаю, что в следующем году это будет Питер. Магазинов 50-100 мы там откроем и будем двигаться в сторону Москвы. Здорово. Вы сказали товар, лучшая категория, да, или как-то? Каждой категории. Один товар в каждой категории. Это фишка, можно сказать, вашего магазина, да? Обычно у нас какой-то есть ассортимент. Первый вопрос, который мне в голову приходит, как же так мы не даем выбрать вроде как человеку? Как вы это объясняете? В этом вся и суть. Мы выбираем за покупателя. То есть у нас стоит молоко 3,2, оно будет только от одного производителя. Это означает, что мы его проверили по вкусу, по составу, по цене, и человеку не нужно тратить время на выбор. Потому что я вот не люблю выбирать. Там, да? Когда я прохожу в магазин, там есть одно молоко, я понимаю, еще под нашим стоим. Я понимаю, что это лучше, и забираю сразу. Здорово. А вы еще, насколько я знаю, были спикером у нас на сегодняшней выставке. О чем говорили? Мы сегодня обсуждали идеальную формулу готовой еды по версии «Жизнь Март». Значит, она себя включает это базовые позиции, базовые качественные позиции. Это уникальные позиции, которых нет нигде. Например, севиче, субкукси, ньокки. То, чем можно удивить. Это сезонное меню. Каждый новый там, сезон мы запускаем что-то прям нереальное, крутое и в большом количестве. И это обязательно то, что в тренде. Это правильное питание, это ЗОЖ, это безлактозное меню, безглютеновое меню. И не забываем про стабильные качества, про чистый состав, доступные цены. Это самое важное. Получается, что вот такие фишки, насколько я понимаю, помогают успешно конкурировать с какими-то совсем уж огромными сетями, и это то, из-за чего покупатель выбирает ваш магазин. Я думаю, что основное дополнительное преимущество нашей сети в сравнении с федеральными сетями – это то, что у нас нет собственного производства, мы не готовим сами. Мы идем к тем, кто в этом хорош, кто в этом профессионал, даем им те карты, либо берем то, что есть у них, с какой-то доработкой, и очень быстро можем внедрять. Изначально фабрик было очень мало, там, да, если брать 19-й год, их там было ну, 1-2, сейчас в Екатеринбурге стало их гораздо больше, я думаю, это благодаря в том числе и нашей компании, потому что мы сдаем тренд в готовой кулинарии в лотках, и в этом мы можем очень быстро развиваться, потому что их стало больше, и объемы больше, соответственно. Здорово, успехов в вашей компании. Ждем вас с нетерпением в Москве. Спасибо. Спасибо.